Заключительный матч тура против Тюмени. Черные лошадки должны выходить как на последний бой. На это рассчитывали и преданные болельщики. Настрой был заметен и по игрокам. В начале первой партии Хромарин уходит в отрыв. И все же серьезного сопротивления нашим девушкам оказать не удалось. Волейболистки из Тюмени не отдали ни партии. Итог матча 3-0. Самым провальным оказался второй сет, счет которого 13-25 в пользу гостей. Результатом домашнего тура стала победа и поражение от Тобольска. Также дважды черные лошадки уступили Тюмени. Своим мнением с нами поделились наставники команд. Бренд «Хромарин» уже раскручен, а команда все-таки молодая. Потому что к нам приехали пару игроков месяц назад. И наладить связи быстро, конечно, сложно. Девчатам с вами спасибо за то, что бились, боролись. То есть у нас время поджимало, форс-мажор был. Ну вот получилось так, что уложились, все здорово. Ну, взяли не максимум очков, но нам этого достаточно для того, чтобы выйти в финал высшей лиги Б, поэтому, в принципе, доволен. В четвертой группе, где кроме наших волейболисток играет еще 6 команд, Хромарин занимает 4-ю строчку. Следующий тур пройдет в Красноярске. Он стартует в начале февраля. Дмитрий Гамбоев, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.